Всем привет, это канал Туманов Плей, с вами Владимир, и мы играем в God of War. Ребята, идем и покоряем третью часть. Это третья часть приключения Кратоса. Смена предметов, удерживая L2, нажмите квадрат, чтобы выбрать лук. А, вот. Стоп. Как было там? Не пойму. Так, удерживая. Стоп, смена предметов. Я так и не поменял предмет. Как фонарик-то поменять? На фонарик как поменять? Так, удерживая L2, нажмите... Сейчас пробую поменять. А, вот, как я голову включил. Короче, как-то я поменял. Поменял, на голову теперь поменял. А вот есть мощный удар вообще, свет. Супер, супер удар. Нам надо магию восстановить. Открывай сундук. Все, супер. Все будет зашибенно. Так. Не, верни фонарик мне, фонарь. Ну, а, вот фонарь. Получается, треугольник надо нажать, чтобы он мог фонарик включить. Все, понял. Вот, а можно супер ударом. Смотри, что получится. На! Куча света, он сразу потерялся. Подсвечивай фонариком, подсвечивай. Ну чё, пацаны? Светло, да, стало? Подожди, я с вами по-другому тогда разберусь. Чё за фигня? И буду фонариком светить дальше. Голова Гелиуса нам в помощь. Так. Куда дальше? Чё-то где-то кто-то кричит, ребятушки. Так. Ну-ка, из лука постреляем маленько. В темноте, правда, но ничего страшного. Да что такое-то, а? Подожди, а если мы все-таки попробуем ослепить всех? Вот так. Во! Попадали все сразу? Четко. Ну-ка, на, ты тоже держи. С одного удара. Не, не с одного, с двух, ладно. Сразу серия с пяти ударов там. Эй, ты чё? Хотя можно и так было налупить ее. Дальше куда? Не вижу пока, куда прыгать. А, может быть, надо было на этих горгулях-то лететь? Зря мы их всех поубивали. Подожди. Плохо, плохо, что всех убили. Кстати, света надолго этого хватает. А, вот, вот, он же подсвечивает, я забыл. Подсвечить, подсветить фонариком, здесь еще какие-нибудь ворота будут. Давай, давай, пыль. Вот и все, проход открылся. Классный фонарь. Стоит посветить, и все четко происходит. Да где фонарик? Включи просто и все. На. Вот так, если не хочешь, да? Зря, конечно, использовал. Можно было в толпе в какой-нибудь монстров использовать. Так, дальше куда? Стоп, вниз. А, вот эти сундуки я видел издалека. Открывай. Наконец-то перо Феникса. Найди три пера Феникса. Жертва принята.
что за жертва, сейчас узнаем. А, вон оно как. Я-то думал, когда мы выберемся из царства, оно все сразу увеличится. Нет, не сразу. Будем потихоньку все увеличивать. Все наши навыки и все наши показатели. Дальше куда? Придется вернуться обратно. Так, а как туда запрыгнуть? Вот, цепанулись, все, и пошли дальше. А фонарь включить? Нет? На! Зачем вы ползете, ребят? Вам там делать нечего. Точно нечего. Ай, отвали. Че прицепился так сильно-то, а? Идем дальше. Все кувшины надо сбивать, потому что в них много чего интересного. Кстати, а что-то у нас уже опыта много. Я просто думаю, может, что-нибудь улучшим. Давай-ка улучшим. Что можно улучшить? Я думаю, когти как раз и улучшим, вот эти когти Аида. Да, а что еще есть? Голова Гелиуса. Можно голову Гелиуса улучшить. Давай ее, это всего 2500 надо. Полностью улучшили. Увеличение урона. Может бить мощнее. Короче, все круто. Максимум. И предлагаю тогда еще и когти улучшить. Как раз хватит. Больше 6000 до следующего уровня. Бесконечная боль будет открыта. Не знаю, что такое. Увеличение урона. Бесконечная боль. L1 плюс треугольник. В воздухе тоже можно. Давай пробовать. А, нет, подожди. Больше не улучшаем, потому что вдруг пригодится на что-нибудь другое. Мы уже там скоро до максимума улучшим. L1 плюс треугольник. Ого! Ничего себе! Ну-ка, где? Подходи, сейчас мы тебя суперударом новым ударим. Вот так-то. Раз и все. И еще разок, давай. Так, и фонарик, где мой? Фонарик, кстати, тоже стал уже сильно бить. Голова Гелиуса, это крутая штука. Смотри, что... Я не вижу ничего. Включите свет. Здесь прыгнуть надо. Так, удерживая, отпустите, нажмите. Так, чтобы выпустить вспышку ослепительного света, осветить темные помещения. Давай. Вот так будет очень светло, и здесь можно тогда прыгнуть спокойно. Да куда ты? Ну не надо было туда падать. Нафига ты полетел туда? Так, давай еще осветим. Стоп, может, я куда-то что-то не то придумал. Куда мне тогда идти? Лети! О! Темно! Темно, ничего не видно. Вот сейчас нормально. Сейчас нормально. Гелиус молодец. Видишь, голова его как пригождается. Как бы я в этом подземелье бы вообще ничего не увидел. Все, вышли здесь посветлее уже. Уже получше. Давай, все, руби. Кто приближается? Я сказал, я не могу помочь. Нет, я знаю, ты можешь. Я знаю. Я верю тебе. Да пофиг, пускай кто хочет приближается. Мне уже ничего вообще не страшно. Мы уже и так с Аидом поборолись. Самого такого прибили. Так, что показали? Лететь, походу, куда-то надо. Удерживая L2, нажмите квадрат, чтобы разозлить гарпию. Ладно, сейчас, подожди, надо собрать сначала вот это все. Где там гарпия? Ну-ка, иди сюда. Полетели. Пока не знаю, куда. Пока не знаю, долетит, не долетит. Летим. Получилось, все нормально. Все четко прям. Так, надо по новой набирать нам опыта побольше. Ой, ты чё, откуда из земли вылез? Нифига ты крутой какой, а? Так, вас двое еще. Стоп, кого послать-то я? Опа! Давай, химера мне поможет. Ой, я что-то зацепился где-то, что-то за кого-то там, а? Стоп. А если вот так? Что надо сделать?
Все, они улетели, что ли? Ну-ка, давай с тобой так разберемся, хорош. Давай, давай, ушел вниз куда-то. На, я тебя сейчас подцеплю вот так, мы с тобой расправимся. Понял? А то пришли вдвоем, дерзят. Я вообще таких не люблю. Ну-ка, давай, иди сюда. Да стой, отпусти. Вот так надо. Душу из тебя выпотрошил, и все, и сейчас... Во! Видал как? Вот тебе и серия ударов пошла. Нормально, да? Не ожидал ты этого, да? На тебе химеру еще до кучи. Все, а все, он погиб уже. Так, ладно, идем дальше. Пока все нормально. Никто нас не сломит. Самое страшное это был Аид, наверное, здесь. Так, что здесь, что тут интересного? Все, забираем. Это тоже забираем. Магию заберем. Нам бы жизни чуть-чуть увеличить бы. Но это надо что-то, по-моему, глаз что ли там найти. Сейчас глаз найдем тоже. Что-то закрылось ворота. Так, отвалите. Отвалите. Я знаю, как с вами бороться, ребята. Подожди, взорвать надо. Взорвать. Да что ты делаешь, а? Поджечь вот эту надо штуку. Стреляй! Посильнее надо стрельнуть-то. Давай вот так, раз. Эту руби теперь. Вот. И там еще им помочь надо. Завершить это путешествие, так сказать. Так, а с тобой будем по-другому. На, химеру держись. Все как полагается. Могу, кстати, меч включить. Все. На. Кто еще на меня? Ты еще не помер, что ли? Блин. Ползает, ползает, смотри, под землей. А я буду бегать от него. А, они меня бьют так. Слушай, а жизнь-то уже поуменьшалась, да? А, надо достать ее. Вот так вытащить, да, да. Иди сюда, наверх тебя. Все, я понял. Никуда вы не уйдете. Сейчас мы из вас выпотрошим все. Химеру. Все, поэтому, чтобы они там не ползали под землей, их надо вот так цеплять. Во, вот, из-под земли. Раз, достал. Потом хлоп, химеру можно запустить. Да ну тебя нафиг, а. Так, из-под земли вот так достаем. Достаем. Достаем, как там? Вот так, иди сюда. Следующий кто еще? А он один остался, да, по-моему? Ладно, сейчас расправимся с ним. Все, вот и все, ворота открылись. Делов-то. Вот, и спасибо за сундуки, конечно, это прям вообще в тему. После такой битвы это обязательно надо. Итак. Пробираемся вперед. Вот она, цепочка самая какая-то мощная. Но это мы посмотрим в следующей серии, ребята. Спасибо за просмотр вам. Поставьте лайк видео, подпишитесь на канал и продолжаем смотреть серию про Бога войны. Третья часть, ребята. Всем пока!